Good evening. Maybe you can dwell on the topics that you discussed in more detail. For instance, have you discussed the Ukrainian topic? Have you discussed the situation in Donbas and possible Ukraine accession to NATO? And in the run-up to negotiations, there were a lot of expectations of ambassadors returning to their host countries. Your assistant, Mr. Ushakov, talked on that. Have you decided on that? With regards to return of ambassadors to their workplaces, return of American ambassador to Moscow and our ambassador to Washington, we agreed that they would return to their service, to their duties. As for the timeline, tomorrow or the day after, this is pure technicality. Начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом рынке. Там есть о чем говорить, завалов накопилось очень много. Как мне показалось, обе стороны, в том числе американские, настроены на то, чтобы искать решение. Но что касается Украины, то да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно, но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. По поводу вступления возможного Украины в НАТО, эта тема затрагивалась Москвой. Здесь, пожалуй, нечего обсуждать. Вот так вот, в общих чертах примерно так. Давайте продолжаем. Давайте Итартас, пожалуйста, передайте микрофон Итартас. Please give the floor to Итартас. Спасибо. Владимир Владимирович, вы сказали, что одна из тем была стратегическая стабильность. Могли бы рассказать подробнее, какие решения по этому вопросу, будет ли Россия и США возобновлять или начинать переговоры о стратегической стабильности и разоружению, и в частности по договору СНВ-3? Планируется ли начинать переговоры по дальнейшему его продлению? Может быть, пересмотр параметров или вообще подписанию нового договора в этой сфере? На Российской Федерации лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире, исходя хотя бы из того, что мы являемся двумя крупнейшими ядерными державами и по количеству боезапасов, боеголовок, и по количеству средств доставки, и по уровню, по качеству современности ядерных вооружений. Мы эту ответственность осознаем. Я думаю, что для всех очевидным является тот факт, что президент Байден принял ответственное и, на наш взгляд, абсолютно своевременное решение о продлении договора СНВ-3 до 2000, на 5 лет, это значит до 2024 года. Конечно, стоит вопрос о том, что дальше. Мы договорились о том, что начнутся консультации на межведомственном уровне под эгидой Госдепа США и Министерства иностранных дел России. Ну, коллеги на рабочем уровне определятся составом этих делегаций и с местом работы и с периодичностью. As well as the schedule of these meetings. Let's give the floor to foreign journalist CNN. Matthew Chance. Hi, Matthew Chance from CNN. Thank you very much for Matthew Chance, CNN. Спасибо за то, что предоставили мне слово. Прежде всего, могли бы вы прохарактеризовать, как прошло в целом ваше заседание с президентом Байденом? Было ли оно в конструктивном или враждебном ключе? А второе, по кибератакам. Обсуждали ли вы их? Вы взяли на себя обязательства по кибер-среде и по Украине? Значит, первая общая оценка. Я считаю, что не было никакой враждебности, наоборот, наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе. У нас
по многим позициям наши оценки расходятся, но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен. Что касается кибербезопасности. Мы договорились о том, что мы начнем на этот счет консультации. На мой взгляд, это чрезвычайно важно. Теперь по поводу того, кто на себя должен брать какие обязательства. Хочу вас проинформировать о вещах, которые Let me в общем-то, известны, но не широкой публике. Из американских источников, я просто боюсь перепутать название организации, вот Песков вам потом передаст. Из американских источников следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США. На втором месте Канада, затем две латиноамериканские страны, и потом Великобритания. Россия в этом списке стран с территории, с киберпространства которых осуществляется наибольшее количество кибератак разного рода, не значится, как это видеть. Первое. Второе. На протяжении 2020 года мы направили, мы получили из США запросов, 10 запросов по поводу кибератак на объекты Соединенных Штатов Америки. Как говорят наши коллеги из киберпространства России. И два таких запроса в этом году. На все из них, и в прошлом году, и в этом, наши коллеги получили исчерпывающие ответы. В свою очередь, Россия направила в прошлом году соответствующая структура США 45 таких запросов, а в первом полугодии этого года 35. Ни одного ответа мы до сих пор не получили. Это говорит о том, что нам есть над чем работать. И вопрос о том, кто, в каком объеме, по поводу чего должен брать на себя обязательства, должен решаться в ходе переговорного процесса. Мы договорились, что консультации мы такие начнем. Мы считаем, что сфера кибербезопасности является чрезвычайно важной в мире вообще, для Соединенных Штатов, в частности, и для России тоже в таком же объеме. Вот, например, мы знаем о кибератаках на трубопроводную компанию США. Знаем также, что компания вынуждена была заплатить 5 миллионов $5 million. По моей информации, уже вернули, но из электронных кошельков, а часть нет. Но при чем здесь государственные органы России? Мы сталкиваемся с такими же угрозами, в частности, например, на систему здравоохранения одного из крупных регионов Российской Федерации. И мы, конечно же, видим, что эта работа координируется и с киберпространством США. Я не думаю, что Соединенные Штаты, официальные власти, заинтересованы в манипуляциях подобного рода. Нужно просто отбросить всякие инсинуации на экспертном уровне, сесть и начать работу в интересах Соединенных Штатов и Российской Федерации. Мы, в принципе, об этом договорились. We have reached an agreement in principle of that, and Russia is ready to do that. RT. Yes, then. RT. Дайте микрофон RT, пожалуйста. Please give the mic to RT. Дайте микрофон. Какая-то часть вопроса была осталась не отвечена. I believe some part of the question was not answered. That's correct, and thank you very much for coming back to us. Да, большое спасибо, что вернулись. Вторая часть вопроса. Вы приняли на себя обязательство остановить угрозы по отношению к Украине? Вы знаете, что были учения Российской Федерации? И вторая часть вопроса. Вы обязались
прекратить нападки на оппозицию в России в отношении Алексея Навального? Значит, ну, я не слышал эту часть вопроса, well, или ее не перевели, или вы просто подумали и решили задать второй вопрос. Что касается обязательств по поводу Украины, у нас обязательства только одно – способствовать реализации Минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения. Между прочим, хочу обратить ваше внимание на следующее. Еще в ноябре прошлого года украинская делегация представила свои соображения о том, как она думает реализовывать Минские соглашения. Смотрите, пожалуйста, это не секретный документ. Там написано, что прежде всего нужно представить предложение по поводу политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и Конституцию. Для этого нужно внести изменения в саму Конституцию. Там как прописано. Первое. И второе, что границы между Российской Федерацией и Украиной по Донбасской линии начинает заниматься пограничными войсками Украины на следующий день после проведения выборов. Статья 9. Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть вооруженные силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс. That means that Ukrainian armed forces should be deployed in Donbass. That's the first thing. And secondly, they proposed to close Ukrainian-Russian border in this area. And third, to hold elections 3 months after these two steps. Не надо быть никаким юристом. One doesn't need to be a lawyer, and one doesn't need to have a special experience to understand that it has nothing to do with the Minsk agreement. It contradicts fully to the Minsk agreement. So what kind of additional obligations should Russia take here? I believe that the answer is pretty understandable. As for the exercises, we are holding these exercises in our territory, just like the United States does. With regard to many drills, but we do not hold our exercises by deploying the military equipment close to the U.S. border. Unfortunately, that's what the American partners are doing with regard to our border. So we need to have these concerns, not them. But this is the subject of discussion and of clarifying positions. With regard to our non-systemic opposition and a citizen that you have mentioned. Человек этот знал, что он нарушает действующую в России закон. Он обязан был отличаться как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания. Сознательно, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение. Его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он ушел из больницы и развестил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требования закона, его объявили в розыск, зная об этом, он приехал, я исхожу из того, что хотел, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел, поэтому о чем здесь можно говорить? Что касается what can we say here with regard to persons like himself and the systemic opposition at large? Unfortunately, the format of the press conference does not allow us to have a detailed conversation on that. But let me say the following. I believe that it's pretty simple and it would be clear to everyone. And if you could just have an unbiased coverage of this, I would appreciate it. Объявили so Россию the United States врагу. Declared Russia as its enemy and adversary. And the Congress made it back in 2017. The U.S. legislation have provisions that the United States правила и порядок демократического управления в нашей стране и поддерживать политические организации. Это и есть в вашем законе. Теперь давайте зададимся вопросом. Если Россия враг, то какие организации
then what kind of organizations would be supported by the United States and Russia? I believe these are not organizations that make Russia stronger, but those who deter Russia, and that is the goal of the United States that they made public. So, these are organizations and people that help implement the U.S. policy on the Russian track. So, what should be our take on this? I believe that clearly we should be cautious about it, but we would be guided and we would react within the Russian law.